Всем привет! Отпуск – период, когда хочется уйти в отрыв или в заплыв. Если вам ближе последний вариант, стоит позаботиться о плавсредстве. Сейчас самое модное средство для передвижения по воде – сабборд. Всевозможные сайты предлагают сабборды по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Благодаря своей доступности для массового катания и простоте, сабборды стали популярны. Многие хотят кататься по реке, озеру или морю в штиль, встречать рассветы и загорать, заниматься йогой. Никакого экстрима. Чтобы приобрести саб, нужно понять, для чего вам нужна доска, что вы хотите видеть с ней в комплекте, ознакомиться с техническими характеристиками. Прогулочные сапы самые универсальные. Большие, широкие и устойчивые. Средние размеры сап-досок от 320 см до 381. Толщина 10-15 см, ширина от 80 см, форма овальная. На такой доске с веслом можно расслабиться и грести в свое удовольствие. Отрабатывать различные маневры и просто загорать. Туринговые сапборды предназначены для длительных сплавов. По форме они уже прогулочных, имеют заостренную носовую часть и широкую корму для большей устойчивости. Такая форма имеет меньшее лобовое сопротивление, что существенно увеличивает скорость. На туринговых досках легко проходить большие расстояния, затрачивая меньше усилий. Чтобы обеспечить грузоподъемность и жесткость, туринговые сапы делают более толстыми, по 15 см. Ширина туринговой модели обычно от 73 до 76 см. На сайте Wildberries сапборд надувной сейчас продается за 20 631 рубль. Его прежняя цена – 34 тысячи. Это доработанная модель этого сезона. В данных вариантах идет упор на улучшенные плавники, возможность установки мотора, вместимость до 3 человек, усиленный клапан, благодаря которому сапборд не будет сдувать и прослужит вам долгие годы. Также данный сапборд отлично подойдет начинающим спортсменам благодаря широкому основанию, которое обезопасит вас от переворотов. Вариант дизайна Кои очень актуален. Надувная доска практична, ее спокойно можно взять с собой на природу, обладает компактным размером и с легкостью поместится в багажник авто. Этот сап – лучшее решение окунуться в мир серфинга, способ получить незабываемые эмоции и хорошую дозу адреналина. На сайте Озон сап-доска продается со скидкой 40% за 17 377 рублей. Сапы этой модели разрабатываются дизайнерами из Самары. Насыщенные оттенки делают их узнаваемыми и привлекательными. Сапы выпускаются в ограниченном количестве в каждом дизайне. Форма доски имеет отличную устойчивость, что важно для начинающих. Размер сап-доски составляет 335 на 82 на 15 см. Такие размеры позволяют с комфортом разместиться двум людям. Два слоя спаяны под высоким давлением и температурой без клея, что увеличивает ресурс эксплуатации доски. Современная технология производства обеспечивает хорошую прочность и легкий вес. Выдерживает вес до 180 кг. В комплект с сапом входит водонепроницаемый чехол для телефона, ручной насос высокого давления, трехсекционное весло, съемный центральный плавник, рюкзак-сумка для переноски и ремкомплект. На сайте Яндекс.Маркет сапборд Таустар можно приобрести со скидкой в 52% за 28 990 рублей. Сапборд надувной, цвет желтый, длина 335 см, подходит как для новичка, так и для профессионала. Жесткость высокая. В комплект входит весло, насос, ремкомплект, рюкзак, страховочный лиж, держатель для удочки, инструкция, каякерское сиденье, плавники 3 штуки, поясная сумка, ремень для переноски, упор для ног. На сайте Спортмастер сапборд надувной предлагают за 18 490 рублей. Цена финальная, размеры 335 на 83 на 15 сантиметров. Надувной сапборд принесет море удовольствия в любом водоеме всей семье и подойдет для райдера любого уровня. Устойчивый борд позволяет заниматься на поверхности воды йогой, загорать, сплавляться в спокойном темпе или участвовать в соревнованиях. Сапборд с тремя съемными келями можно компактно сложить в сумку-переноску, не повредив плавники в процессе транспортировки. Расположенные по краям доски кольца для крепления сиденья обеспечивают надежную фиксацию и не мешают при использовании. Удобная карго-система на носу борда позволяет взять с собой дополнительную сумку и снаряжение. На разборном весле нанесены дополнительные насечки для фиксирования на нижнем уровне по росту до 210 см. Надувная доска оснащена противоскользящим ковриком. На ней очень удобно стоять, не боясь поскользнуться. Стильный принт делает доску более привлекательной и яркой. В комплекте весло, насос, киль 3 штуки, страховочный трос, лиж, ремкомплект, сумка-рюкзак. Максимальная нагрузка на сап не должна превышать 145 килограммов.
На сайте globaldrive.ru/support можно приобрести со скидкой в 20% за 13 тысяч рублей. Это отличное решение для занятий водными видами спорта на открытой воде. Универсальная доска прекрасно подходит как для занятий йогой, фитнесом, рыбалкой, так и для покорения волн, серфинга. Грузоподъемность модели до 160 килограммов, при этом ее собственный вес всего 8 килограммов. САП обладает размерами 300 на 76 на 15 сантиметров, благодаря которым на нем с комфортом разместится практически любой. Рабочая поверхность покрыта мягким противоскользящим ковриком, который уменьшает риск упасть в воду. Скругленный корпус позволяет набирать отличную скорость. Установленный плавник вкупе с зауженной хвостовой частью придают доске маневренность и управляемость. Все больше производителей отказываются от устаревшей идеи с тремя плавниками – два маленьких боковых и один большой средний, обычно съемный. На практике оказалось, что два дополнительных плавника не способны держать доску на курсе, а для мелководья лучше использовать гибкий большой плавник или короткий эластичный. За прошедшие два сезона хорошо себя зарекомендовали два коротких плавника. Они не снимаются, в рюкзаке остается больше места, а стабильность на доске все так же хороша. Это был шопинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.